Авиакатастрофа? Никто не слышал про авиакатастрофу. Просто валяются какие-то ящички. О, прикольненько. Бароны летают. Ну, вернее, летали. Мы же с тобой прекрасно все понимаем, что черные вороны — это плохой признак. Короче, мы тут вдвоем с друганом выживаем. Вот. Он азиат. Джеки Чан. Я его буду звать Джеки Чан. Может быть, нас это как-то спасет. А я этот афроамериканец. Ну, чернокожий, короче. Типа Уилл Смит. Ты, наверное, скажешь, ты чё, с катушек слетел? Какой Уилл Смит? А я тебе скажу. Уилл Смит, который снимался в «Я легенде», возможно, меня это тоже как-то спасет. Чё-то покакать приспичило. Джеки Чан, а где у нас тут куст с туалетом? Ты слышишь это? Ты слышишь? Прислушайся. Тихо. Тихо. О, о, слышь, слышь, правым ухом, о. Урчание воды. Это же... Ёкарный, водичка, лодочка, башня. Джеки Чан, я нашел воду. А, что за ушлепки? Зайцы, зайцы, мясо, деликатес. А, не угонюсь за ними. Океан. Джеки, а вот он ты где. Видал, да, это, как это, озерцо. Ты куда? Джеки, подожди, не убегай от меня, кто же меня будет защищать? У меня всего лишь только в руке топор. Зашибись, сейчас хоть отмоемся, а то воняем. Джеки, прием, прием, от тебя пахнет дошираком. Ой, ладно, я шучу, а то обидится. А может и не обидится, он же по-русски не понимает. Шикарно. Я хоть теперь тухляком не пахну. Надо попить. А, погодь, что-то не так. Дьявольщина, дрисня напала. А, чё? Ворон в воде сидит. И ещё одна прилетела. Это... Ё-моё, вот это меня вштырило от водицы. Я в каком-то журнале читал, что типа если высоко взобраться, то можно... Осмотреть местность. Блин, я уже высоко. И типа это, ты сразу поймешь, где ты находишься. Я наверху. Собрался на какую-то вышку. И ни жиша не понимаю, где я. Походу я в этой, в заднице. Джеки, Джеки! Не шути со мной так, а? Зачем ты туда? Фига себе, пещера. А что ты там делал? Там же, наверное, опасно. Куда ты полез? Бесстрашный азиат. Опять вылез. Да, тяжешь поймешь, что ты хочешь. А это что за ерунда? О, какой интересный экспонат. Джеки, смотри, что я нашел. Тут чьи-то головы. Ты видел такое когда-нибудь? Что-то Джеки расстроился, походу. Ладно, пойдем лучше в пещеру твой спустимся. Посмотрим, что там. Давай, полезли. Если чё, ты первый. Тебя не жалко. Я ценный катер всё-таки. Ну чё там? Ой-ё, темнище-то какая. А свет-то есть? Я, кстати, слышу летучих мышей. Чё случилось, Джеки? Ты живой? Вот, блин, походу он кони сдвинул. Сдвинул кони. Ну, вообще, это как бы плохой звук, ну, предвещение плохих звуков, поэтому я, пожалуй, пойду отсюда подальше. А, кстати, есть еще один признак. Веревочка, шикарно. Так вот, про признак. Если ты ни черта уже не видишь, то надо достать книжку с пособием по выживанию, на которой обязательно будет маленький фонарик. А теперь давай закрепим. Если ты ни черта уже не видишь, то надо развести костер. Потому что это наступило как это. Короче, затемнение. Ладно, дрова мы запилили. Разжигаем костыще. Кстати, да, если у тебя нет зажигалки, то
Бери два камня и лупи их, как долбанный орангутанг. Может, что получится у тебя. Но это не точно. Как ты видишь, Джеки жив. У него типа 9 жизней. И он изъявил желание достать свой рюкзак, который он скинул в пещере. Поэтому мы, бесстрашные чуваки, Джеки и Смит, идем по лесу с зажигалочкой. Кстати, Джеки, тебе татухи идут? Погодь, это не татухи, это грязь. Значит так, чтобы... Ну, мы, короче, дошли, это... В общем, вот. Берегись! Ствол падает. Ну, не тот ствол, которым стреляют. Так, у нас есть брус... бревна, о! Только нафига листва падает? Осень началась, походу. А, это ж я дерево срубил. Кроль! Что-то у меня мозги замерзли. Чё я хотел? Слышь, Джеки, там в Китае, говорят, у вас дом быстро строят. Можешь из двух вот этих бревен соорудить что? Я не верю своим глазам. Это же лопухи. Теперь будет чем попу потирать. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. О, черт! Что же делать? Беги, Джеки, беги! Не добежал. Тебе больно? О, погас. Может, тебя поджечь еще раз зажигалочки? А вообще, тебе повезло, что я был рядом. Жалко, телефон просрал. А то такой контент пропал. А что, это реально больно или как? Горю! По кайфу. Что еще можно делать в лесу ночью? Конечно же, собирать для своего друга Джеки грибы. Ну, собирать это слабо сказано. Ура! Светает. Светает. Точнее, расцветает. Ну, короче, светило вверх поднимается. Так что можно будет скоро спускаться в пещеру. Ладно, Джеки, в этот раз я полезу первым. О, другое дело. С зажигалочкой все нипочем. Главное не... Тихо. Главное не обосраться, когда зажигалка тухнет. А тут глубоко, Джеки. Ты там, главное, пару граммов своих отходов биологических не скинь на меня. О-о-о! Прикольное эхо. В принципе, тут можно... Джеки, ты сдох? Надеюсь на это. А то по второму кругу это уже не смешно. Ты чё, опередить меня хотел? Он шевелится. Походу, еще живенький. В присмерти. Вроде его никто не жрет. Ну что, мой юный скалолаз? Нетерпеливый азиат. Обиделся, наверное. Тут еще глубже спуститься можно. О, походу, мы спускаемся к недру земли. Как я обожаю это эхо. Свет, пожалуйста. Я там, кажется, где-то видел... О, подставочку надо намутить здесь, а то жига не держит. Зашибись. Листочков не хватило. Полезу-ка я наверх. Ого-го! Листочки принес. Факел. Ну, сделал типа. Фава-макер! Я замутил свет. Теперь мне не нужна жига. Осталось дождаться великого скоростного скалолаза. О, Джеки, ты ли это решил нас навестить в пещере?
Здорово. Давно не виделись. Давай, собирай тут свои говнища и пошли, короче. Все глубже и глубже и глубже спускаюсь я с азиатом. А азиат у меня каратист, и не страшно мне вниз и вниз. Блин, Джеки, надо было, чтобы ты первый лез, там, походу, вода внизу. Если бы ты лез первым, и я услышал звуки прихлебывания, то я бы туда не спустился. О, как кажется, суши. Точнее, камни. Фига себе, я спустился. Я внизу. А нет, тут еще глубже надо спускаться. Джеки, тут, короче, полная засада. А прикинь, это место сделать туалетом. Приспичит тебя, и ты такой спускаешься полкилометра вниз. И вдруг уже не в моготу, а внизу пропасть. И все делаешь на весу. Кажется, тут последний спуск, слушай. Я вижу бумагу. Нафиг нам теперь лопухи не... О, здесь таблетоз и газировочка. Зашибись. Лухи, а не... All inclusive. 5 звезд. Пещера 5 звезд. Тут еще и кейс есть. Ты че, шоколадочка? Ну, не зря сюда ползли 2 километра. Чувак без башки. Что за циферки какие-то? Ты посмотри. Может, там что по-твоему написано? Разберешься? А я, пожалуй, шоколадок пожру. Самое интересное, знаешь что? Как он сюда попал? Ой-ё. Чё-то здесь как-то много конечностей. Хорош бумажки читать, Джеки. Давай, попёрли наверх. Надо выбираться отсюда. А то неуютненько здесь. Ух, последний вох. Улики надо уничтожить. Нас здесь не было. Если вдруг хозяева вернутся. Финалочка пришла. Это, наконец-то. Наконец-то мы выбрали... О, вот это витрище. Джеки, тащай свой зад наверх. Какой же он медленный азиат. Знаешь, что я думаю? Что нам нужно обустроиться здесь. И соорудить какое-нибудь жилье. Стерзают смутные сомнения. А зачем мы бревна тащим вдаль? А может, нам они не пригодятся? А сил утратится у нас. О, видал? Поэтизм. Куда ты побежал так, а, Риана? Короче, ладно, скидывай бревна, нафиг они не сдались. О, Джеки, да у тебя чуйка. Знаешь, где есть всякие разные постройки. Зашибись. Только, наверное, здесь кто-то живет. А мы такие без спроса пришли. Деньги, прикинь, валяются. Офигеть. Богатые люди, зажиточные, дворянины, наверное, тут обитают. Кости, палки. Блин, темнеет уже. О, палатки. Слушай, так давай переночую в палатках. Чё нам здесь? Среди костей? Нормально же? Все, давай залезай внутрь. Не стесняйся, в тесной жизни, да не в обиде. О. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.